Привет. У нас все обновилось. Привет. У нас все обновилось, и теперь у нас еще всю неделю будет мороз. А значит, никакого дождя, никаких луж и никакой плюсовой температуры. В общем, я, если честно, очень рада. Еще и так солнечно. Короче, мы с Максом везем. Ну, ты уже едешь до туда, да? Да. Папочку нашу. Нашу папочку. На татуировочку новую. Он так рад, он так счастлив. Обалдеть. Ой. Ну что, какие у тебя ощущения? Подожди, здесь шумно. В самолете. Так. Да. Фу. Потому что минус 4 или минус 5. Замерзла с машиной. Да, и что нам делать? Надо было раньше выходить. О, снег никуда не делся. Да, красота. Мы опаздываем чуть-чуть. Да. А мы опаздывать не любим, поэтому поедем так, как танки, не привыкать. Его оставили и едем с Максом, потому что нам забирать Полиночку надо. Да, чуть-чуть погуляем перед школой, там на площадке. И потом только мы вернемся за папой нашим. Да? Ну, вернемся, конечно, пораньше, чтобы посидеть там, поснимать, показать вам, да, Максим? Ну? Да. Хорошо. Так что попозже вернемся. Все равно он там надолго. Время много свободного. Он будет отдыхать. Мы приехали. Вообще, такой круг еще сделали потом, не могли машину поставить. Потому что вот площадка. Ой, как красиво! Обалдеть! И мы хотели поставить машину вот прям там, знаете, напротив. А там вот все, короче, дороги очищали, подъезда нет. Боже! Ну это что-то за волшебство. Посмотрите, как это блестит. Вам видно? Короче, я сегодня даже с шарфиком. Ну вот, поставили тут машину. Пойдем. Боже, как снег блестит. Постегнусь. Вчера купила ватные диски, у нас закончились. Я видела, да. Вы мне ничего не успели написать, конечно. Но я видела, что у меня здесь, знаете, от тоналки грязная. Черная куртка, знаете ли. И раньше там, когда каждый раз же не будешь куртку стирать. Ну? Ой, балдеж. Каждый раз куртку стирать не будешь, а вытирала все время, знаете, там мочалочка. Ну, раньше, когда у меня черные куртки были. Чем-то терла, очень плохо отмывалась, а потом где-то лайфхак увидела, что мицелляркой надо это чистить. Ну, тональный крем с мицелляркой. Пойдем. И действительно, я только ваткой вчера здесь прошлась, и все чисто, моментально просто, за секунду. Вот, а еще хотела сказать, что кто спрашивал, почему я в кроссовках, у меня очень теплые были кроссовки, я хотела ответить. Они кожаные, хорошие, на толстой подошве. Знаете, если не снегопад, в них можно, правда, ходить всю зиму. Идем. Вот, то есть действительно в них тепло. Почему я не хотела доставать старые зимние сапоги? Потому что под черное пальто, под черную куртку, по моему мнению, нужна черная обувь. И, ну, по мне не сочетается. Но никто. А я, ну, как бы, нужно куда-то ехать покупать. В город я не хочу здесь у нас. А мы еще не собрались куда-то ехать. Зая, я не хочу быть мокрой. Иди гуляй. Но никто же не знал, что у нас такая зима, да, начнется так быстро. У нас так обычно нет. Но я достала эти сапоги. Это вообще Моникины вроде сапоги. Потому что мои зимние не сохранились. И в том году я вот в Моникинах так и ходила. А я не помню, с какого они магазина. Что-то очень обычное. Может, какой-то Нью-Йоркер. Или что-то. Так к чему я, короче, говорю? Это все к тому... Горячок мой, что
Сейчас у меня мерзнут ноги. У меня в кроссовках ноги не мерзли. Было только не очень приятно в том моменте, где, знаете, штаны заканчиваются, кроссовки еще не начались, и вот носочек у меня мок от снега, да? Это было самое неприятное. Но в итоге в этой обуви, в зимней как бы, мне, ну, короче, в зимней, но недорогой, да, скажем так, мне холоднее, чем в моих хороших кроссовках. Вот так вот, товарищи. Я, конечно, понимаю, что какие-то кроссовки были с сеточкой там для бега, знаете, конечно, мне было сложно. Поэтому мне надо срочно приобрести какую-нибудь обувь. Но я хочу черную, и я хочу, знаете, что? Я не знаю, что хочу. Потому что реально я не знаю, что я хочу. Какие-нибудь снежные эти дутые сапоги, чтобы было прям тепло. В моем возрасте, как говорится. Или можете посидеть. Я не могу, да, посидеть. В моем возрасте уже как бы это, надо, чтобы было тепло, комфортно. Видите, я даже в шапке. Так, Максимка, как нам подобраться к площадке? Она просто вся в снегу, да? Людей нет. Ну, там где-то вдалеке. На желтый снег не наступай. Короче, у нас есть полчаса времени, да? Что это было? Все хрустит, посмотрите. Просто я обалдею. Я так рада, что это все не тает. В декабре должно быть так. Ничего не знаю. Максик, ну как ты здесь будешь гулять? Все в снегу. У нас есть полчаса времени, чтобы потом забрать Полину здесь в школу рядом. Потом прийти домой, покормить их обедом. Кирилл сейчас позвонил, сказал не спешить. Потому что мастер перерисовывает кое-что там. Ему не понравилось, как это сканировалось. Да, покормлю детей. Смотри, малыш, может быть, скользко, да? На такие вещи не ходи без меня. Вот. Так что мы будем дома. Немножко покормлю их. И чуть-чуть попозже поедем к нему туда. Вместе с вами. Да, давай. Хорошо, у тебя штаны непромокаемые. Давай. Поехал! Ого! Ой, я почистил! Давай, но она, наверное, очень-очень холодная. Кстати, сапожки Котофей, дети довольны, ноги не мерзнут. Это даже с учетом того, что мы купили ведь там носки. Ага. Термоноски нам посоветовали там купить, какую-то шерсти особенные вообще. Они, знаете, внутри мягкие, такая чистая шерсть. И мы их даже еще не надевали. И, кстати, у тебя когда были сопли, надо было те носочки парить ножки, а потом те носочки надевать. Как нам в магазине там сказали. На голую ножку прям те носки, шерсть. Угу. Потом. Когда снег и солнце, морозик, это просто сказочно красиво, да? Я тоже так считаю. Ну ты придумал, конечно. Когда есть снег, даже игрушки не нужны, да? Максюш, поехали? Ну как нет, там Полинка будет одна. Давай немножко, да? Аккуратно, через голову. Через плечо мы сделаем сальтухи. Да.
Это я тебе не советую, я тебе прям говорю. Приехали, дома пообедали. Идите сюда. Решили припарковаться у театра и пешочком до него дойти. Полиночка, как дела? Хорошо. Как твоя работа с лисичкой? Сдала? Да. Эй, подожди. Стоп, дай горло. Застегнемся чуть-чуть. И идем к папочке. Он лед, он там скучает без нас. Если будет очень долго, просто уедем и все. Потому что у нас сегодня футбол еще. Ничего страшного. Туда-сюда. Подожди, давай варежки наденем. Или уже так дойдем, да? Пойдем. Я уже говорила сегодня, что погода огонь, да? Говорила. Реально классно. Кайф просто. Так, где машину поставили? Там. Вот здесь вот? Вот здесь мы будем. Раз, два, три. А, ладно. Примерно. Найдем, да, Полин? Да. Вот за деревьями, за этими двумя. Снимаем, если что, по видео посмотрим. Почти пришли, да? Пойдемте. Прямо. Прямо. Да вон уже видно. Плавно, плавно. Потом резко поверните на... там, да. Туда, да. Потом надо прямо, потом резко поверните направо. Круто поверните налево, да, Полин? Почему вы... Идите сюда, ребят. Это проезжая часть. А здесь мы получили. Ой, как ты тут? Классно? Да. Ну, больно ладушку делать. Да? Попила кофе. Кирюша там сидит, балдеет. Дети, стойте. И тут прям вот в двух шагах бабл ти они хотят, дети. Я бил. Можно было пойти в наш любимый? Полин, наш любимый тоже очень близко. Или ты хочешь в это для разнообразия? А? Да, в это. Там зеленый, там быстрее! Быстрее! Говори. Там молочные милкшейки. Ну ты же, тебе не понравился он сладкий очень. Да. Все, и пришли, только вышли, вот пришли. Можем там, кстати, посидеть, да? Для разнообразия. Так, дети взяли себе чай. У Макса черничка, у Полины арбуз. Да? Буду сидеть, смотреть на город. Я... Ну что, вы на город смотрите? Давай. Давай. Максим. Пойдемте на диванчик, может быть, там удобнее же. Нет? Мама себе взяла коктейль, а они не могут мне его отдать. Я такой пробовала, он очень сладкий. Да. Не вкусняшка. А как мы в центре, буквально в двух шагах от елки. Пришли покататься. Папу уже поразвлекали. В общей сложности он там находится уже 4 часа. Но работы начали не сразу. Наверное, спустя час какой, все не больше. Мама! Чего? Молодец. Ну давай. Молодец. Ты до меня не доедешь, не переживай. Давай им на все-таки давай. Давай, давай. Ай! Угу, класс. Я почти так же упал. Ну вот. Боюсь, морг, горка 2 метра, такая скоростная, да. Давай, давай. Скоро фонарики зажгут. Потому что эта свечка зажглась. Потому что адвент был первый. А если спиной поехать? Нет.
теперь можно на мостик спокойно. И людей нет, видите? Как тогда, да? Когда было открытие зажигания елочки. Сколько было людей. Вот, видите, первую свечу зажгли. Второй адвент будет, зажгут вторую. Ну, где вы там? Еще не так темно. Только долго делать татуху. Работа не столько, не столько огромная, столько, сколько сложная. Идемте, ребята. Смотрите же, как темнеет. Вернее, потемнело. Но мы не можем ждать. Потому что у нас что, Максим? Тренировка. Проходите. Идемте к машине. И если честно, мы даже не знаем, до скольки будет мастер. Так примерно прикинул, конечно. Но, конечно, мастер вообще профессионал. Всем советую в этом салоне этого мастера. Вообще просто очень довольна. Ну, прям максимально. Совет от души. У них, кстати, такая сидела. У них же пирсинги. Если это я и вам рассказывала уже. Также у них школа тату. И этот мастер сам обучает. Представляете? Я представляю, какой он профессионал. Если люди попадаются талантливые, просто тоже такие профессионалы будут. Ну и, в принципе, научиться можно, да, всему. Это навык. Так. После футбола я не знаю. То есть, если Кирюша освободится раньше... Зайка, не надо, а если ты на лестнице там ударишься? В общем, будем смотреть, забираем мы его или он сам домой поедет на маршрутке. Малыши! Едем. Сейчас идем к машине. Идем домой, переодеваем форму. И на футбол. В общем, приехали домой. Я успела покормить детей. Такой день, гонка, да, какая-то. Рюкзак, короче, мы забыли в садике. И уже приехали на тренировку. Давай, 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 давай. Сейчас про то, что все закончилось, он вам расскажет. Да, сейчас мы пока покажемся. Немножко Максу время уделим. Нужно и потом тренировку. Вам время уделим. Да. Это он опять у нас тут. Что? По характер свой показываешь. Даже не думай мне тут. Заходи, беги в туалет, давай. Бегом. Мы дома. Наконец-то. Мы уже в магазинчик заехали. Я хотела, как кстати. Утра выехал, так мне кажется, вот только сейчас приехал. Я хотела что, поснимать. Та-дам! Ну рассказывай, рассказывай, короче, что ты молчишь? Короче, я давно, мне уже где-то года. Отодвинься подальше. Очень близко. Знаете ты. Как? Мне очень хотелось сделать лес, волк и горы. Не спрашивайте, почему? Просто мне хотелось, нравится. То мне. Есть я как интервьюер. Нравится. Ты никакой смысл не вкладываешь. Нет, тебе нравится изображение. Да. Хорошо. Да. И поэтому мы решились и пошли. Ты решился, что я-то. Я решился, но мы же вместе решали. Я решился и пошли. И сегодня пошли, все это сделали. Да, Настюша приезжала, смотрела, потому что я там был. С 12 до 5 примерно, да, 4 часа. Но тату не делали так долго. Нет, там мастер, на самом деле... Мастер, я рассказывала. Изначально он взял ее, скопировал через копию. Ну, там сделал. Ему не понравилось, и поэтому он все... Поточнее сам решил нарисовать. Да, сам ее сделал под линейкой, все линии. Короче... Майку переодень быстренько. Я это видел, как он это делал. Этот рисунок. И так, и так, и так. И линейка так, 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 так. Угу.
Получилось просто офигительно, честно. Короче, мне почему-то надо было ходить там чуть ли не 2 дня с этой пластырем, чесалось все. У тебя чешется уже, нет? Нет, не а чешется. Ему только 3 часа под пленочкой надо было походить. Честно, в некоторых местах, я такой, мы такие, ну как, я лежу такой, делаем, он там делает. Я такой, подожди, отдохнем секундочку-две, продолжаем. Честно, было на самом деле больно. Ну как? Кто не знает, подожди, мы еще не смотрим туда. А. Я пока на тебя только смотрю. Да, нужно же поговорить. А. Кто не знает, у него 3 есть татуировки. Да, это знаю, одна. Садись. Можно. Садись и сюда. Да, скорпион у меня здесь на плече. Покажи. Макс, переодень майку, пожалуйста. Та-дам! Да, и на спине у него летом, вы можете это наблюдать, у него большая акула, да, на лопатке. Настюша называет ее Кика, но я говорю, что это акула. Ну, это мои приколы. Ну. Просто и вот с тех пор, да, вот мы с ним познакомились, эти татуировки у него уже были, или он при мне как-то делал их, если честно, у меня выпало чуть-чуть из памяти это, и вот с тех пор он не делал татуировку, да, и вот, внимание, свеженькая. Чистенькая. Покажи. Это она так намазана чем-то? Да. Жирненькая такая, как будто, или мокрая. Ну вот. Здесь получается волк. Здесь получается горы, а вот здесь снизу треугольничком лес. Сейчас мы сфокусируемся. Видно? Да, очень классная, точная работа. И на самом деле получилось даже круче, чем твой этот эскиз, который ты нашел. Да, мастер сказал, что это очень сложная работа, потому что прямые линии. Да, ну неважно уже, что там, какие линии, просто в принципе ведь очень хорошо. Очень хорошая работа. И тебе идет, и очень круто выглядит, и вообще ты рад и счастлив? Я очень рад, да, но теперь не хватает. Что? Здесь надо делать. Да. Если мы пойдем делать, то мы пойдем опять же к этому мастеру. 100%. Я говорю, я рекомендую, потому что когда мы делали мою... После меня туда пошли тоже люди, я точно это знаю, потому что и мне писали, что вот там, ну, еще раз напомните, где вы делали, да. Как вы довольны, недовольны, а напомните еще раз мастера, или кто-то мне писал, что вот мы сходили после вас, там кто-то на пирсинг, кто-то на татуировку, и все были очень и очень довольны, поэтому действительно мы от души вот рекомендуем. Ева пришла. Что, папа обновленный, да? Обновленный. Подожди, так у тебя и это плечо еще свободное. Вот да. Это. Не-не-не, мне сделать не хочется здесь еще что-нибудь еще сделать. Угу. Классно. И цвет так отличается, да? Татуировка, которой, извините, сколько лет? 20? Да? Да. И которая свеженькая. Классно, Мирен? Да, все.